Губернатор Югры Наталья Комарова в режиме онлайн проинспектировала ход строительства социально значимых объектов. В перечень попал и спортивно-досуговый комплекс в поселке Белый Яр Сургутского района. По разным причинам договор на выполнение строительно-монтажных работ по этому контракту заключался 3 раза. На сегодняшний день работы выполняются силами предприятия «Сургутстройцентр» в соответствии с графиком. По новым условиям объект должен быть введен в эксплуатацию до 15 декабря следующего года.